На полях деловой площадки губернатор Краснодарского края встретился с заместителем председателя Совета учредителей концерна «Класс» Катриной Класс. Петербургский экономический форум стал знаковым для компании. Именно здесь 3 года назад был заключен первый в стране специнвестконтракт. Благодаря ему «Класс» успешно развивается на Кубани, растут объемы производства. Вениамин Кондратьев отметил, что в прошлом году компания, как российский производитель сельхозтехники, получил более 1 000 000 000 рублей субсидий. Губернатор обратился к руководству компании с предложением открыть серийное производство тракторов, в том числе малой и средней мощности. Такая техника сегодня востребована на российском рынке. Мы уже говорили, еще раз хочу бы сказать о том, что нас сегодня интересуют тракторы малой и средней мощности, которые очень нужны сегодня агропромышленному комплексу нашего региона, нашим сельхозтоваропроизводителям. Около 70% тракторов ежегодно в наш край приводится из других тоже стран, различных стран. Но мы бы хотели иметь очень надежного партнера по производству тракторов малой и средней мощности в нашем регионе. Естественно, как и по принципу сегодня комбайнов, соответствующим обслуживанием техническим и гарантией того, что производитель этих тракторов, он здесь, в нашем регионе, что позволяет нашим сельхозтоваропроизводителям делать выбор в сторону компании «Класс», что касается комбайнов. Да, у нас есть планы по расширению производства, по привлечению в дальнейшем инвестиций, и мы заинтересованы во внедрении новых продуктов. Компания «Класс», которая успешно себя зарекомендовала на российском рынке, могла бы занять эту нишу и поставлять тракторы в другие регионы страны, уверен губернатор края.